По поручению главы государства и согласно постановлению правительства сокращены две штатные единицы заместителей акима Северо-Казахстанской области. Освобождены от должности Ганис Актаганович Нагуметов и Тимур Сламжанович Султангазиев. В настоящее время у главы региона три заместителя. Сокращения в высших кабинетах акимата. 1 августа объявили о кадровых изменениях в Северо-Казахстанской области. По поручению президента сокращены два заместителя главы региона. Свое место покинули Гани Нагуметов и Тимур Султангазиев. Аким области поблагодарил их за работу на благо региона. Мы преодолели непростые времена. В период пандемии, карантинных ограничений. Каждый из вас, конечно же, в должности заместителя акима области получил большой багаж опыта, знаний дополнительных, которые, несомненно, пригодятся вашей дальнейшей реализации. Мы прошли сложные годы пандемийные. Хочу выразить вам огромную благодарность человеческую за тот опыт, за те знания, которые вы мне передали. Я уверен, что и в будущем буду делать все для того, чтобы все это применить в нашей работе. Гани Нагуметов и Тимур Султангазиев получили почетные грамоты акима области за вклад в развитие Северного Казахстана. Где они будут трудиться дальше, в пресс-службе областного акимата не сообщают. Теперь у Кумара Аксакалова осталось три заместителя вместо пяти.